Улица Двойник или вовсе безымянный проулок. Таких ономастических ошибок в городе должно стать меньше. В следующем году в Алматы возьмутся за переименование улиц. С каких районов начнут и кто сможет предлагать идеи, расскажут наши корреспонденты. Где эта улица, где этот дом? Знаменитые строки как никогда актуальны для Алматы. В городе стало еще больше улиц одноименок. Так новые земли, вошедшие в состав мегаполиса, принесли с собой хорошо знакомые именные обозначения. Например, такие улицы, как Сейфуллина, Кунаева, Кабанбай-Батыра, давно существуют в нынешнем Наурызбайском районе. Всего в Алматы пересмотра названий требует 165 проулков, проспектов и аллей. Переименования начнутся в следующем году. Безымянные 89 улиц, а повторяющиеся 165, которые насчитывалось до присоединения территории. Присоединен, получается, к городу Алматы 27 поселков, около 400 улиц в этих поселках, получается, к городу Алматы присоединен. В 2015 году запланировано обширное мероприятие по переименованию, наименованию улиц. Проспект Абая – одна из центральных и крупных улиц Алматы. Имя казахского мыслителя и просветителя – самое популярное в городе. Как оказалось, таких улиц, названных в честь Кунанбаева, в мегаполисе целых 4. Также 3 улицы Жанцугурова и Ауэзова. Ономастическая комиссия города Алматы с первой задачей – это дать наименование безымянным улицам, потом повторяющимся улицам и в конце уже исторически устаревшим, получается. В 2015 году мы запланировали инвентаризацию улиц, получается, присоединенных территорий, и там уже окончательно там уже будет известно, сколько конкретно улиц. Варианты возможных обозначений будут предлагаться жителям районов местными акиматами. В дальнейшем их рассмотрит республиканская ономастическая комиссия. Заменой табличек на зданиях будут заниматься местные исполнительные органы. Горожанам же придется выделить время на переоформление документов. Карим Коппаев, Жадра Джаудыбаева, Ерлан Сагимбеков, телеканал Алматы.